В жилом комплексе «Люберцы парк» построили новый детский сад. Проинспектировал постройку для юных люберчан Владимир Ужицкий. Качели, горки, песочницы и веранды ждут своих маленьких друзей. Учить буквы и цифры дети смогут даже на свежем воздухе. В игровых комплексах есть все необходимое. Таких площадок 9, ровно как и групп, которые скоро наберут. Садик рассчитан на 220 малышей. Наша задача сегодня сформировать работоспособный коллектив. Но это занимается, этим вопросом занимается управление образованием. Садик получился, я оцениваю, добротным, уютным достаточно, просторным. Сегодня же есть новые проекты, новые планировки, все это соответствует. Как снаружи, так и внутри детский сад соответствует всем современным требованиям. Есть актовые спортивные залы, пищеблок, игровые комнаты и спальни. Все для комфорта малышей. Строительство длилось 2,5 года. И результат того стоил. Здесь трудилось порядка 200 специалистов разных категорий. Проектировщики, инженеры, строители, безусловно. В итоге мы построили все в срок. Территорию садика обустраивали ландшафтные дизайнеры. Уже высажены деревья и кустарники, есть альпийская горка. Следующий этап – ввод детского сада в эксплуатацию. Это запланировано на 4-й квартал текущего года. Анна Слайковская, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.